классом. Заключительный поединок, супертяжелая весовая категория, свыше 92 килограммов. Аманат Сабыргали и Нурлан Сапарбай. Нурлан Сапарбай! Прошлогодний финалист чемпионата Казахстана среди взрослых Нурлан Сапарбай. Аманат Сабыргали уже удивил своим выходом в финал. Ему только 19 лет. Конечно, Сапарбай фаворит в этом противостоянии. Аманат Сабыргали! Аманат Сабыргали на ваших экранах. 19-летний боксер из Атырауской области. Ақтық мәресі 3 раундтан. Ендіше қос боксшымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның қызыл бұрышындағы боксшы, Қазақстан Республикасының чемпионы, көптеген халықаралық ел біріншілігінің жеңімпазы мен жүлдегері, Түркістан облысы қарсы алыңыздар, Нұрлан Сапарбай! Көк бірішіндағы бокша, 2018 жылдың жастар арасындағы Азия чемпиона, көптеген халықаралық ел біріншілігінің жеңімпазы мен жүлдегері, Атырау облысының өкілі қошеметтеріңіз, Аманат Сабыргали! Первый раунд. Это еще раз добавлю, заключительный финал в рамках чемпионата Казахстана по боксу, который в Уральске проходит. 199-е противостояние в рамках текущего турнира. Аманат Сабыргали боксер пьющий, поэтому с ним очень осторожно и аккуратно надо. В любом случае, Аманат сделает все, чтобы золото завоевать. Это, несомненно, станет пока главным его достижением в любительской карьере, которая только-только начинается. А что касается Нурлана Сапарбая, то он достаточно давно уже в сборной. 24 года этому боксеру, еще раз скажу, Туркестанскую область представляет. Пока не очень много выброшенных ударов. Достаточно осторожно действует и Аманат, и его соперник. Thank you.
старается сближаться Аманат Сабыргали, но мы видим, что Нурлан Сапарбай держит своего противника на расстоянии и тем самым не дает ему преимущества. А когда есть возможность, сближается и при этом готов наносить удары, тем самым расшатывая его защиту. Хорошо уходит от ударов соперника Нурлан Сапарбай. Мырзагали Куланович, наставник сборной Туркестанской области, на ваших экранах. Очень многие его подопечные в медалистах текущего турнира. Первый раунд позади. В целом разведку строили и Нурлан Сапарбай, и Аманат Сабыргали, присматривались друг к другу. Но, конечно, опыт на стороне именно Нурлана Сапарбая. Готовы бойцы ко второму раунду. По сути, во многом второй раунд и определяет ход противостояния. Я думаю, еще агрессивнее и жестче будут действовать оба боксера. На опыте, конечно, держится Нурлан Сапарбай. Видно, что он старается сохранять хладнокровие. При этом продолжает читать своего соперника. Но я не могу сказать, что Аманат Сабыргали действует примитивно. Нет, он тоже смекалку, хитрость включает и пытается перебоксировать своего соперника. Пусть не всегда ноги свои включает, но когда есть возможность, просто идет активно на своего соперника. В этом плане мы ждем более активных действий от обоих боксеров. Одиночные удары в исполнении Аманата Сабыргали, который Атырауская область представляет. Иржан Сейтимбетов, опытнейший боксер, которому 29 лет, Актюбинскую область представляет. Ему в полуфинале не повезло. Уступил он и тем самым довольствуется бронзовой наградой. И Дамир Тойбай, недавний член молодежной сборной, тоже бронзу забирает. Но он давно в сборной. Ему дают шансы себя проявить. И без медали Уральск он не покидает. Город Алматы представляет Дамир Тойбай. Снова такая пауза выжидательная от Нурлана Сапарбая. А Аманат Сабыргали пытается, конечно, прессинговать. Но очень спокоен его соперник. Особо не рискует, просто работает в своей манере. Одиночные удары, мы видим его исполнение. И когда есть возможность, он сближается, правой достает. Хорошо работает в защите. В этом плане, мне кажется, что Аманат Сабыргали вполне мог бы поактивнее поработать, чтобы заработать очки. Понятно, что фаворит именно Нурлан Сапарбай, поэтому нужно рисковать больше боксеру из Атырауской области.
Второй раунд позади. Аталган салмақ дәрежесіндегі спортшылар дайын тұрсын. Очень активно в третьем раунде начинает поединок оба боксера. Конечно, Нурлану Сапарбаю не повезло на чемпионате мира в Белграде. Как я уже говорил ранее, шанс он свой получил. Но в любом случае, это хорошая школа, опыт. Уступил он испанцу Гатви Дриси в 1/16 финала. Вторым вылетел Нурлан Сапарбай. Если брать казахстанскую делегацию в столице Сербии, рассечение, по всей видимости, получил Аманат Сабыргали. Готов боксер из Атырауской области продолжать поединок. Можно идти вперед. Снова джеб, снова правая. Активнее пошел на своего соперника. Выключает он свое хладнокровие, включает агрессию. Встречает его Нурлан Сапарбай. Мне кажется, что в третьем раунде уже намного жарче будет, если сравнивать с предыдущими двумя раундами, потому что терять нечего. Аманату Сабыргали, он понимает, что по очкам, скорее всего, именно Нурлан Сапарбай ведет, поэтому ему могут отдать победу, и хочется прыгнуть выше головы, заработать золото чемпионата Казахстана, который впервые в его карьере, окажется. Ну и Нурлан Сапарбай, который в прошлом году проиграл в финале, теперь хочет, скажем так, реабилитироваться, прежде всего, перед самим собой. Зато поражение, и хорошая возможность у него для этого есть. Меньше минуты остается боксировать. Можно еще заработать очки, поработать поактивнее. Да, снова рассечение дает о себе знать. Поэтому кровь. Отец и личный наставник Даняра Илюсинова. Марат Илюсинов, Камшибек Кункабаев и Сакен Бибосынов. В качестве почетных гостей они принимали участие в награждении боксеров. Бибосынова как чемпиона мира освободили. Так же, как и призеров чемпионата мира, вот этого чемпионата Казахстана. Обоюдные удары. Сапарбай попадает, и после этого снова кровь активно идет у боксера из Атырауской области. Поэтому желательно реже пропускать. Аманату Сабыргали снова идет, потому что последние секунды третьего раунда. Снова клинч. Силы на исходе, но нужно действовать. Нурлан Сапарбай первые два раунда провел лучше. И вот сейчас, когда уже активнее стал работать Сабыргали, и Нурлан Сапарбай за счет одиночных ударов доставал своего противника.
Осталось боксировать буквально 2-3 секунды. После этой паузы. Последние удары. Клинч. И гонг. Бой позади. Так же, как и чемпионат Казахстана. Осталось дождаться вердикта. Судьи чью же победу насчитают и увидят. Судьи. Нурлан Сапарбай становится чемпионом Казахстана. Выигрывает у Аманата Сабрагали. Ну а для вас работали комментаторы Ербул Кайрафи, Исатай Мадиев, Келеси Кизискинчи, Саусалмат Болонгздар.